Всем привет, друзья! Сегодня я покажу вам, как из простого картона сделать оригинальные красивые новогодние санки, которые украсят ваш дом к празднику. Итак, для изготовления санок нам понадобится любая картонная коробка или простые листы картона. Вырезаем из коробки необходимый кусок, расчерчиваем на нем линии и вырезаем их, так чтобы получилось подобие деревянных реек на санках. Рисуем полукруглую спинку и также вырезаем ее. Приклеиваем спинку клеем пистолетом, чтобы она ровно держалась. Вырезаем лыжню для санок. При необходимости доклеиваем часть картона, так чтобы лыжня выступала немного вперед. Также по желанию можно обклеить белой бумагой, чтобы не было пустот. Доклеиваем вторую опору на лыжне и приклеиваем к санкам при помощи клея пистолета. Затем фиксируем двумя полосками лыжи, чтобы санки были устойчивыми. Красим санки в белый цвет. По желанию покрываем верхнюю часть санок серебристой краской, чтобы санки блестели. Украшаем санки гирляндой на батарейках, а также по желанию делаем мешок с подарками. Вот такие оригинальные новогодние саночки у меня получились. Если вам понравилась эта идея, обязательно поделитесь этим видео с друзьями и поставьте лайк. А я вам желаю хороших праздников и счастливого Нового года!